Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в наш город из типографии. Обо всем по порядку. Бой в деталях. В «Патриоте» в честь 9-летия парка показали реконструкцию эпизода сражения танка с позывным «Алеша» и бронеавтомобиля «Макспро Интернешнл» западного производства. Октябрьские снегопады доставили немало неудобств одинцовцам. Почему железнодорожники провалили подготовку к метелям? Будут ли сделаны выводы? Путевой репортаж по следам первого снега уже ждет своих читателей. Между тем, мы поинтересовались и у жителей, как в городе обстояли дела с уборкой улиц и дворов. ЖК «Гусарская баллада». Потому что мы вышли, у меня ребенок сразу полетел с порожек. Очень скользко было, да. Хотя мы как бы на зимней резине пешком ходим, но вот все равно как бы скользковато, да, и вот в каких-то моментах не убирают. Ну, по крайней мере, у нас ЖК, да, вот первый раз, когда обрушился снег, они подзапоздали, так скажем. Новоспортивная улица, башни 18, 19, 20. Они могут пройти, когда вот припорошило снежком, они трактором пройдутся, и все. Все остальное время там стоянка не убирается. Угу. Это дома, которые идут вдоль Говорова, Новоспортивная, от АГУ вот эта вот объездная дорога. Там не убирается вообще. Сейчас вообще-то стали чистить, но во дворах чистить все-таки надо лучше. А какие улицы? Ну, Вокзальная, например. Спортивный 24, где я живу. Но вот здесь всегда переходить опасно. Тут со спуском идет дорога. Тротуар ужасный. У нас сделали тротуар, он весь горбатый. Вот если обледеневает, то есть надо идти на корточках. В Звенигороде открылся офис Мособлгаза. Горожанам больше не придется ездить по топливным вопросам в Голицыно. Пора переобуваться. За езду на летней резине зимой теперь будут наказывать штрафами. Мы поинтересовались у жителей, насколько полезно будет это нововведение. Да, мне кажется, это безопасность как для пешеходов, так и для водителей, потому что на летней резине в зимнее время это вообще абсурдно кататься. Поэтому я за такие штрафы, и я бы наоборот бы даже добавила, присыпала бы им. Ну, тем, что не будут создаваться на дорогах ситуации такие с авариями. А для пешеходов? Ну, для пешеходов, ну, тоже, потому что на перекрестке не всегда можно затормозить на летней резине. Ну, я думаю, что, в общем-то, внимательность – это самое главное для безопасности. Будь то летом, будь то зимой. Поэтому нужно быть внимательным в любое время года. Все на дачу, там уйма работы. Огородный сезон с наступлением холодов не заканчивается. Газета насчитала минимум 6 дел, которые надо успеть завершить до морозов. Эти и другие новости в свежем номере «Одинцовской недели». Ее бумажная версия на фирменных стойках, а электронная на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!